Если ты забыл пин-код, будешь нищим целый год. Так. Не работает. Тут не работает тоже. И не работает. А, бабушка, вы недолго, если давайте я вас пропущу. Пропустишь меня? Ой, сынок, спасибо тебе большое. Вот низкий тебе поклон. Вот благодарность твоим родителям, что воспитали такого сына хорошего. Жену тебе тоже хорошую, чтобы Бог послал, чтобы все было у тебя хорошо, чтобы детишек было много-много. Чтобы в жизни тебе только счастье было всегда. Чтоб не болел. Я никак. Пойду попробую отремонтировать эти. Сейчас, карточку же. Карточку, да, тут надо ведь? Да-да, карточку там. Тут ведь карточка нужна. Сейчас у меня где-то был пакет с карточками. Сейчас у меня пакет тут. Что-то в пакете-то... Еще пакет у меня тут. А в этом-то что в пакете? Тоже пакет. А, это у меня пакет с пакетами. Сейчас я пакет с карточками-то найду. Сейчас. Вот он, пакет с карточками-то, вот он. Вот он, милый мой. Он такой. О, вот они. Карточки нашлись. Продуктовые. Вот жалко, дед не дожил. Ну ничего, я их сохраню сейчас. Времена такие, может, все может быть, знаешь. А вот и карточка моя, вот она. Куда ее тут прикладывать? Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, да. Здравствуйте. Ой. Здравствуй, бесовская машина. Ну что, поработаем? Введите пин-код. А пин-код? Что это? Пин-код, я забыла пин-код. Пин-код-то я забыла. Вы какого года рождения? Я 17-го года, внучок, 17-го. Ну, попробуйте набрать 1-9-1-7. Отвернись. 1-9-1-7. О! Получилось, а? Ты откуда пин-код мой узнал? Что-то я не вижу ничего. Не вижу, надо очки мне. Эти же у меня очки-то для дали, мне надо для близи. Да нет, не для близи надо очки, другие тут очки нужны мне. Вот у меня для близи, вот у меня плавательные тут очки. Тут вот 3D-шечки. Это кино. А где для банкомата? Вот они. Вот они очки-то для банкомата у меня. Вот они специальные очки для банкомата у меня. Вот. Выберите операцию. Пополнение карты, запрос баланса, выдача наличных, платежи и переводы. А ЖКХ где? Мне же ЖКХ надо! ЖКХ! ЖКХ надо! Она не слышит вас. А что, глухая, что ли? Бабушка, может, я помогу вам? Помочь мне хочешь? Помогу, конечно. Правда? Давайте. Ой, молодец. Всех трех котят возьмешь мне. А, не-не-не-не, я котят не надо мне. Я с банкоматом помочь хотел вам. А, с этой машиной я разберусь сама. Я один раз всю ночь сидела у такой, тыкала пальцем по одной кнопке, пока три вишенки не выпало. Сейчас мы разберемся. Сейчас. Бабушка, может, я все-таки вперед вас, а? Пожалуйста. Ну, мне просто срочно надо оплатить один счет. У меня там на таможне три фуры зависло, стоят, ждут. У меня три фуры с гранитными плитами надгробными. Я вам подарю одну. С открытой датой. Да у меня есть своя такая.
У меня под кроватью лежит такая гранитная плита, там уже даты набиты. Чего мне тратить деньги? Мужчина, еще? Если вам срочно надо, то на той стороне проспекта через железную дорогу есть магазин 24 часа. Да, как заходите, справа сразу банкомат стоит. А работает банкомат? Работает, но там перерыв технологический. Внученька, помоги, что-то я не понимаю, что тут куда? Так у вас квитанция за 2015 год. А сейчас какой? 2017. 17? Ой, господи, боже. Да не переживайте вы так, сейчас разберемся с вашей квитанцией, ну. Дай бог, с квитанцией мне уж 100 лет. У меня плита на 2 года просрочена. Беда. Ну что вы такое говорите, бабушка, вы еще нас всех переживете. Давайте я вам буду диктовать код платежки, давай, а вы набирайте, давай, так быстрее внученька, будет. Давай, внученька, 5-5-2-40-43. 5-5-2. Давай быстрее, что ты тупишь? 40-43. 40-43. О, получилось. А что это у вас заводу такой счет огромный? Да это не мой, это этой Виталька, сосед мой. Он что, у вас моется круглосуточно? Да нет, он живет подо мной, я его 3 года топлю. Наркоман, музыку свою слушает и все. Что, не работает? Да работает, там просто дедушка один валютный счет отменяет. Тут быстрее получится, наверное. Мужик, так-то очень. Я стоял, ребят, я стоял вот за бабушкой. Бабуль, помните, я стоял за вами, помните? Который котят у меня хотел купить? Не, котят, нет. Тогда не помню. Мужик, давай. Беру я, беру котят ваших, беру. 5000. Говорит, 3 у вас же. 3 котята, а по 5000 каждый. Получается 15. Давайте уже, быстрее. И плиту мне обещал надгробную. Давайте уже, все, и плиту вам. Если сейчас не оплачу, мне уже плиту надгробную. Да все, я уже тут практически все уже воду оплатила, мне денежки надо снять и все сейчас. Бабушка, ну куда вы столько ноликов понатыкали? Ну куда вот? 1, 2, 3, 9 нолей. 3 лярда. Выдать. Ольга, вам зачем столько денег-то вообще? Это не мне, это внучонку моему. Ему надо на сигареты, на чай, да. Больше им там в колонии нельзя ничего. Ну, я это, наверное, домой пойду, схожу. Бабушка, а деньги? Так а что, я утром приеду на КамАЗе, он как раз деньги досчитает, я их заберу. Вот это бабушка. Смотрите, что. Квитанция. Тамара Петровна Улюкаева-Захарченко.